Для пополнения счета по QR-коду в личном кабинете Faberlic перейдите в раздел «Мой счет» и нажмите на вкладку «Оплата по QR-коду». На следующей странице нужно ввести сумму платежа и нажать «Далее». На шаге следующем будет сформирован QR-код. Отсканируйте его, например, приложением вашего мобильного банкинга. Совершите оплату. Сумма отобразится в личном кабинете Faberlic в разделе «Мой счет» в поле «Состояние счета». Для оплаты заказа войдите в раздел «Мои заказы», выберите необходимый заказ и нажмите «Оплатить». В открывшемся окне выберите способ оплаты «Оплата QR-кодом» и также нажмите «Оплатить». На следующем шаге отображается сумма заказа и QR-код. Отсканируйте его также приложением вашего мобильного банкинга. Совершите оплату.